после распятия, погребения и воскресения Иисуса из Назарета, известного в Израиле под именем Иешуа, уверовавшие в Него с великой радостью отправились к народу Израиля с вестью о том, что обещанный Мессия пришел. Ибо таковым было последнее наставление Иешуа. Итак, идите по всему миру и проповедуйте благую весть. Кто будет веровать и совершит погружение во имя Отца и Сына и Святого Духа, тот спасется. А кто не будет веровать, осужден будет. Одним из уверовавших был Иуда из Вифании, что под Иерусалимом. Во многих городах Израиля пришлось побывать Иуде, проповедуя благую весть. Ровно год спустя после распятия и воскресения Иешуа Иуда вернулся в родные края. Лишения и гонения, которым подвергся Иуда, не поколебали его любви к своему народу. Многие не хотели принимать, что Мессия, сын Давидов, уже пришел. Но Иуда знал, что Иешуа и есть обещанный пасхальный агнец Божий, пришедший для спасения душ народа Израиля. Порока. Утром я осмотрел его тщательно. Он самый лучший. Иосиф, мы знаем, как ты гордишься своим стадом, но пусть лучше отец одобрит. Отличный агнец, Иосиф. Мать, даже не верится, вот и еще одна Пасха. Время, что ли, с годами бежит быстрее, или я старею? Как бы там ни было, не крутись у меня под ногами, иначе мы не управимся до заката. Лия, Ривка, заканчивайте уборку на кухне. Хорошо, бабушка. Ицхак, достань вино. Иосиф, неси агнца в храм. И не мешкай, как в прошлом году. Священник закрыл двери прямо за тобой, и ты чуть не оставил нас без Пейсаха. Иосиф, Ицхак, семья моей сестры встретила вашего брата Давида по дороге из Иерусалима. Он будет здесь, как обещал. Отличная новость. Вся семья будет в сборе. Не вся семья, Ицхак. Не будет нашего брата Иуды. Он нам больше не брат, Иосиф. Он предал веру наших мудрецов. Многие веруют в нового пророка, который говорит их сердцам. Иосиф, Иуда проповедует, что этот Иешуа есть Мессия. Он наш старший брат, мы не можем. Иуда отверг нас и то, во что мы верим. Ему здесь нет места. Скорее, это мы отвергли его. Ицхак, я слышу учение Иешуа, оно вполне соответствует Писанию. Они кажутся здравыми только такому простачку, как ты, но не тому, кто, как я, посвятил годы изучению Писания. Остерегайся лжемессии, Иосиф. Я все сделала. Молодец. Немного квасного спрячем для деда. Мы же все утро убирались. Эстер, таков пасхальный обряд. Мы спрячем... вот тут, чтобы дедушка нашел. Это же квасное, мы должны избавиться от него. Эстер, ты умеешь хранить тайну? Иногда. Нашим мужчинам надо почувствовать, что они тоже сделали кое-что для Пасхи. Вот мы им и поможем. Ой, я поняла. А если дедушка не найдет, можно я ему подскажу? Ну, хорошо. Молодцы, девочки. Идите к тете Саре, принесите белье. Надо приготовить постели семье Давида. Интересно, каковы будут новости из Иерусалима? Я уверена, но никакой болтовни, пока не закончена работа. Видел ли Давид пророка, которого зовут Иешуа? Лия! Ты же знаешь, твой отец не хочет, чтобы мы говорили о нем. Но я только... Поговорим об этом позже. Сделайте лучше то, о чем просила вас бабушка, и поторопитесь, шаббат уже на носу. Мне не терпится увидеть ребеночка Давида и Рахиль, и маленького Шамуэля. Смотри, вон дядя Иосиф. Вечно он на что-то отвлекается. Пойдем позовем его, а то ягненок не будет готов к Пасхе. Слушай, Израиль! Постой,
Я узнаю этот голос. Испокон веков. Я тоже. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. Это дядя Юда. В последние дни сии говорил нам. Он пришел домой. Он говорит о Иешуа. Он был с ним в Иерусалиме. Через Иешуа, своего сына, которого поставил наследником всего. Мама так обрадуется. Я сам увидел его случайно. Иешуа, будучи образом и сиянием славы Божьей, был утвержден силой Слова Божьего. Он отдал свою жизнь, чтобы спасти нас от грехов наших. Воскрес, вознесся и воссел одесную престола величия. Моему отцу это не понравится. Он говорит, что разговоры Иешуа — это богохульство. Он будет рад повидаться с братом. А если нет? Рабби! Рабби, постой! Мы сыны Авраама! Мы избранный народ Божий. Да, Захария, ты прав. А ты говоришь, что мы грешники. Тихо. Пусть Юда говорит. Он говорит Слово Божье. Позволь спросить тебя, Захария. Как ты думаешь, мы, евреи, менее грешны, чем другие? Бог избрал нас и превознес над всеми народами. Да, ты прав. Но все равно все люди грешники. И евреи, и неевреи. Разве нет? В Писании сказано, что нет праведного ни одного. Нет ни одного разумеющего. Никто не ищет Бога. Целью закона Моисеева было выявить нашу греховность. Ибо чем больше мы познаем законы Божьи, тем яснее становится, что мы не исполняем их. Может, это и так. Ныне же явилось истинное спасение. И оно, Захария, не столько от соблюдения закона и от совершения добрых дел, сколько от того, что Бог через Иешуа сделал для нас. Что же он сделал для меня? Я никогда не встречал этого человека. Кроме того, я стараюсь исполнять закон. Стараться недостаточно. В Торе Моисеева Бог сказал: «Будьте святы, как я свят». Да. Еще сказано, что мы сравнивали себя не с язычниками, а со Словом Божьим. Когда мы поступаем так, мы все оказываемся виновными перед Богом. Но теперь есть истинный путь к спасению. Иешуа, удаливший от нас гнев Божий. И все, что мы должны сделать, чтобы принять этот великий дар, лишь признать, что Он есть истинный пасхальный агнец Божий. Нет, нет, я этому не верю. Солнце почти зашло. Меня ждет пасхальная трапеза. Братья, Мессия Иешуа освобождает нас от всякого греха. Он наша единственная надежда. Он есть путь и истина, и жизнь. Написано: благословен тот, чьи беззакония прощены. Благословен человек, которому Господь не вменит греха его. И благословен тот, кому прощены грехи. И благословен тот, кто... И благословен тот, кто не усомнится в этом. Что есть вера, Юда? Признать, что ты грешен перед Богом. И принять Иешуа как истинного пасхального агнца, пришедшего для твоего спасения. И твои грехи будут прощены, и ты получишь дар Святого Духа и вечную жизнь. А... Дядя Юда, ты меня помнишь? Нет. Нет, что-то я не припомню, чтобы я не помнил мою Лию. Ривка, сестра моя. Когда ты пришел? И почему ты не сразу пришел домой? Ну, людям нужно было услышать о нашем Спасителе.
Как поживают мама и папа? Они не могут дождаться тебя. А мои братья примут ли они меня? Я поговорю с отцом. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господа. Вот вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное семя упало на места каменистые, и, взойдя, засохло, потому что земля была неглубока. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод во сто крат. Кто имеет уши, да услышит. Как ты думаешь, Эстер, вы с женщинами избавились от всего квасного? Может, немного и осталось, но ты найдешь. Давид, Рахиль. Барух Хашем, наконец-то вы дома. Дай-ка я посмотрю на тебя. Каким же ты стал красавцем? А где Иосиф и девочки? А вот и они. Отец! Юда вернулся. Он проповедовал на площади. Все разглагольствует о Ишуа и о доброй вести. Такие, как он, в Иерусалиме на каждом шагу. От них проходу нет. Мы уже слышали. Отец, позови его домой. Иосиф. Иосиф прав. Отец, ты не можешь этого сделать. Что люди подумают? Ведь он твой брат. Неужели ты можешь в пасхальную ночь оставить его одного? Речь не об этом, отец. Он сбивает людей с толку и искажает учение отцов. А ты хоть раз дал ему возможность объяснить свои взгляды? Иосиф прав. Иуда всегда был мудр. Пусть объяснит нам свою веру. Идите и позовите Иуду в дом. Я пойду с ними. Иосиф, братья справятся без тебя. А тебе следует подготовиться к субботе. Иди. Иаков, я так долго мечтала об этом дне. Эстер, давай проверим, все ли готово. Не могу поверить, что он так поступает. Ицхак, что-то странное происходит в стране. Не иначе быть беде. Сказал Господь, и будет в то время. Я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем. Не делает Господь ни добра, ни зла. Теплее, теплее. Всякая закваска мне принадлежащая, которую я не заметил, да будет уничтожена и да будет почитаема за прах земной. Амен. Амен. Еще поговорим. Шалом, Иуда. Шалом алейхам, Давид. Брат мой, Ицхак. Отец послал нас за тобой. Отец хочет видеть тебя дома. Хм. А чего хотят мои братья? Мы уважаем желание отца, как велят нам заповеди. Но мы не хотим неприятностей. Неприятностей? Не должно быть никаких разговоров о Ишуа. Почему? Ведь написано же. Меня тошнит от твоих разговоров о том, что написано. Ты не один знаешь писание. Хотя у нас не было таких привилегий. Привилегий? Как самый старший, ты не тратил время на домашние дела, а учился, ты стал раввином. Отец предоставил тебе все возможности. А ты так глупо разрушил все. Я
ничего не разрушал. Я всего лишь отказался от мертвых религиозных традиций. Зато и не отверг ничего из Писания, как некоторые. Брат мой, ты следуешь за лжепророком. Он не лжепророк, он мессия. Сын Божий. Ты предал честь семьи, опозорил отца. Ты вернулся домой, потеряв все, и не оправдал возложенных на тебя надежд. Я приобрел такое богатство, о котором человек даже не может мечтать. Ицхак, я приобрел дар вечной жизни. И я пришел домой поделиться этим с вами. Ты уже причинил семье немало боли. Не надо больше, Иуда. Иначе мы все ожесточимся так же, как он. Ожесточайте свои сердца против меня, если хотите. Но не ожесточайте свои сердца против Бога. Благословен ты, о Господь Бог наш, Владыка Вселенной, давший нам жизнь, укрепивший нас и давший нам возможность дожить до этого радостного времени. Амен. Амен. Шаббат шалом. Мать! Он здесь. Мать. Благословен ты, сын мой, Барух Абба. Добро пожаловать домой. Иуда, мой сын. Мама. Добро пожаловать домой, брат. Йосиф. Входи, Иуда, пора готовиться к сейдеру. И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: «Скажите всему обществу израильтян, это Пасха Господня, и да будет вам день сей памятен, и празднуйте вонный праздник Господу во все роды ваши». Как установление вечное, празднуйте его. Иуда, садись рядом со мной. Мы думали, когда распяли Иешуа, ты разочаруешься и вернешься домой. Думаю, ты был очень занят, нес благую весть о Иешуа. Запомни, Иешуа нет места в этом доме. Я тоже считаю, что Иешуа есть Мессия, Ицхак. Иосиф, помолчи! Ицхак, хватит! Настало время кидуши, и пора начинать сейдер. Первая чаша вина, чаша кидуша, чаша освящения. Когда народ Израиля избавился от рабства фараона и вышел из земли египетской, он пришел в пустыню Синайскую. Там Господь через Моисея и Аарона сказал, что Израиль его избранный народ. Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете у меня царством священников и народом святым. Иуда, ты раввин. Потому что Господь всеведущий и знает, что мы не можем быть святы, как Он свят. Он дал нам Новый Завет, о котором
предупредил через пророка Иеремию. Вот, наступают дни, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда вывел их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили. На этот раз я вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его. Откуда мы знаем, что это твоя новая вера есть исполнение пророчества Иеремии? Потому что все, что написано о Мессии в Писании, исполнилось в лице Иешуа из Назарета. А, Иешуа знал свое предназначение? Всю свою жизнь он знал свое предназначение. И знал, как закончится его земная жизнь. Ровно год назад, перед Пасхой, Иешуа сказал своим ученикам, что час его страданий за человечество близок. Он был отдан в руки язычников на поругание и распятие. И мы предали царя своего на поругание и распятие. Маца – хлеб скорби, который ели наши предки в земле египетской. Всякий, кто голоден, пусть придет и ест. Всякий нуждающийся, пусть приходит и ест. Писах. В этом году мы рабы. В будущем году да будем свободными. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца от человека до скота. И над всеми богами египетскими произведу суд рукою сильною, великим ужасом, знамениями и чудесами. Во все другие ночи мы едим хлеб мацу. Почему сегодня мы едим только мацу? Во все другие ночи мы едим любые травы. Почему сегодня мы едим только горькие травы? Во все другие ночи мы не обмакиваем травы. Почему сегодня мы это делаем дважды? Во все другие ночи мы можем вкушать пищу либо сидя, либо облокотившись. Почему сегодня мы все возлежим? У тебя замечательный сын. Я говорю, что у нас у всех замечательный племянник. Все сказанное в законе, которое Бог дал через Моисея, предсказывало совершенное искупление, уготованное им для нас, тем, кто уверует, и даже прежде сотворения мира. Иуда, я тоже читал Писание. Хорошо. Тогда ты должен знать, что когда наши прародители Адам и Ева вкусили от плода древа познания добра и зла, Бог сказал, что они умрут. Так и написано. Но Бог, смиловавшись, обещал им Спасителя. И через пророчество проклял врага наших душ, сказав сатане: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. А оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Позже в Торе Бог обещал Спасителя, подобного Моисею, который должен будет спасти его избранный народ. Да хватит уже! Ицхак, ты знаешь, что я говорю истину. Иешуа исполнил весь закон и всех пророков. Он есть воплощение всей истины, сказанной в Писании. Нет, Иуда, это твоя истина. И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами юдинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле.
Пророк Исаия также предсказал, что Мессия родится от девы. Се дева во чреве примет и родит сына. И нарекут имя ему Иммануил. С нами Бог. Прекрати, Иуда, хватит уже! Я всего лишь пересказываю Писание, Ицхак. Сколько раз ты сам читал эти слова? Вспомни! Ицхак, вернись к столу. Чтобы дальше слушать это богохульство? Как отец позволяет ему это? Он всего лишь говорит то, что написано в Писании. Руфь, я тоже читал Писание. И я учу ему своих Ицхак. Детей. Ицхак! Ишуа был в нашем селении и воскресил Лазаря из мертвых. Мы были там, мы видели это своими глазами. Помнишь, что случилось в прошлом году на Пасху? Мы все видели, как тьма покрыла землю, когда Ишуа умер. Мы все почувствовали, как земля разверзлась. Священник сказал, что завеса в храме разодралась надвое сверху донизу. Кто из нас мог подумать, что такое возможно? Ну и что из этого следует? Все это не могло быть простой случайностью. Нам следует поостеречься, чтобы в своей гордыне не ожесточиться и не оказаться богопротивниками. Пожалуйста, вернись в дом. Писание учит нас, что Пасха состоит из трех частей. Песах – ягненок, маца – пресный хлеб, марор – горькие травы. Как этот ягненок должен был быть без порока и изъяна, так и Иешуа был не повинен в грехе. Он стал пасхальной жертвой, чтобы исполнить закон Моисея и слова пророков. Вы знаете, что Иешуа умер в тот час, когда в храме была принесена последняя пасхальная жертва? Что это значит? Как пророчествовал Исаия, он стал жертвой умилостивления для нашего спасения. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, и не открывал уст своих. Хотя не сделал греха, не было лжи в устах его. Он истинный опреснок, сошедший с небес. Закваска – символ греха и порок, а Мессия был чистый свят. Пасхальный хлеб называется хлебом скорби, и Мессия воистину пострадал за нас. Видите полосы?
Они напоминают шрамы от римских кнутов на его спине. Это было божьим наказанием за то, что он лже-мессия. Как этот хлеб был опален огнем, так и Иешуа был опален огнем божьего гнева, направленного на нас, но излившегося на него. Вот отверстия. Они напоминают раны от гвоздей и от копья в его боку. Тело Иешуа было ломимо от боли, дабы мы могли иметь жизнь. Горькие травы напоминают нам о страданиях, которыми египетские надсмотрщики подвергали наших предков. Но еще больше они говорят о страданиях Мессии за наши грехи. Если он Мессия, то почему Бог позволил ему умереть такой смертью? Разве ты не читал пророчество Исаии? Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению ради нас. Царь Давид пророчествовал о распятии Мессии в псалмах. Скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. Это было написано за 1000 лет до рождения Иешуа. Так же, как казни, обрушившиеся на Египет, избавили наших отцов от рабства, кровь невинных ягнят избавила иудейских первенцев от верной смерти. Так и кровь Иешуа избавляет нас от вечного осуждения. Его последними словами на кресте были: «Совершилось». Он знал, что исполнил пророчество и взял на себя наши грехи. Вот почему эта ночь отличается от всех других ночей, Шмуэль. Вот почему эта чаша, которую мы сейчас выпьем, называется чашей суда. Барух ате Адонай, Элейну меле олам, Боре при хагефе. Амин. Благословен то Господь, Владыка Вселенной, который осветил нас своими заповедями и заповедал нам вкушать от пасхальной жертвы. Амин. Иуда, если Иешуа Мессия, то почему в Израиле нет мира? Потому что мы сами не хотели мира. Мы отвергли своего царя. Мы предали его в руки язычников. Стояли и смотрели, как его распинают на кресте. Но Бог воскресил его из мертвых. Он вернется? Он вернется. Вернется, чтобы восстановить Израиль. Но в час великой скорби, скорби, которая покроет все лицо земли. И будет это, когда все пророчества исполнятся. Ицхак, брат мой. Лия была права. Иуду будто коснулась рука Божья. Неужели ты в это веришь? Этот же пророк Иешуа отравляет нашу семью. Нет, неправда. Только тот, кто был там.
и видел все своими глазами. Может, говорит так убежденно, как дядя Юда. Думаю, ты права. Даже когда отец злится на дядю Юду, он признает, что тот ищет истину. Молодец, Эстер. Не расстраивайся, Шмуэль. Даже если Эстер получила награду, ты тоже получишь то, что она символизирует. После ареста и распятия тело Иешуа было обернуто в полотно, так же, как этот опреснок. Была суббота. Хоронить было нельзя, поэтому тело поместили в гробницу одного богатого человека. Ко входу привалили камень, рядом с ним расположились римские стражники, следить, чтобы никто не украл тело. По прошествии субботы к гробнице пришли женщины подготовить тело к погребению. Но гробница была пуста. Он воскрес. У входа был ангел Господень. Он сказал женщинам, что Иешуа там нет. И не нужно искать живого среди мертвых. Он воскрес. Когда пришли Шимон и Йоханан и заглянули в гробницу, у них не возникло никакого сомнения, что Иешуа воскрес. А тело его никто не похищал. Что они увидели? Талит, покрывавший голову Иешуа, лежал в гробнице, свернутый им самим. А это доказывает, что он, несомненно, воскрес. Значит, офикомен нашей Пасхи символизирует это? Как ребенок, нашедший офикомен, получает награду, так и мы, дети Божьи, получаем дар, если находим Иешуа. Только наша награда больше. Это дар вечной жизни. Как вы думаете, все это совпадение или исполнение пророчества? Когда они ели, Иешуа взял хлеб, преломил и сказал: «Примите и ешьте, это есть тело мое». Воистину, хлеб скорби – это тело Мессии. Настало время третьей чаши. Чаша искупления. Третья чаша символизирует третье Божье обетование, данное нам в Египте. «Я искуплю вас». Барух ате Адонай, Элоейну мелей аолам, Боре при Гефен. Амен.
Это та чаша, которую взял Иешуа и, возблагодарив, подал своим ученикам и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь Нового Завета, за многих проливаемая для оставления грехов». Четвертая чаша – чаша хвалы. Все уверовавшие в Иешуа и получившие спасение будут пить ее в Царстве Божьем. Как кровь ягнят в Египте избавила наших первенцев от гнева Божьего, так и кровь Иешуа, кропившая наши сердца, заставит ангела смерти пройти мимо нас в час суда. Иуда, Иуда, неужто ты единственный раввин, который знает истину? Когда наши отцы выходили из рабства египетского, то все были свидетелями Божьего промысла. А что сделал твой Мессия, кроме того, что разделил наши семьи и наш народ? Брат, ты знаешь, что кроме меня, многие священники и фарисеи уверовали, что Иешуа — это Мессия. И все вы трактуете Писание так, как вам хочется. Ты знаешь Писание так же хорошо, как и я, Ицхак. Скажи, изменил ли я хоть слово из него? Почему ты так уверен в этом? В чем ты видишь доказательство того, что он обещанный Мессия? Потому что я был там, Ицхак. Я сам видел и чудеса, и его смерть на кресте. Да. Я видел те чудеса. Я слышал, как он возвещал слово Бога, своего отца. Я видел его страдания. Я был там, когда его распинали. Я видел, как небеса рыдали. Я видел все. Через несколько дней Клеоп и я шли все линии Маус. Мы говорили об Иешуа, о том, как он был распят. И вот к нам подошел человек и спросил: о чем мы говорим и почему печальны? Я сказал, что он, должно быть, слышал об ужасных страданиях Иешуа в Иерусалиме, о том, что с ним сделали, а мы думали, что он и есть тот, который должен избавить Израиль. Тот человек сказал нам: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Мессии и войти в славу свою?» Когда мы пришли в Эммаус, тогда открылись у нас глаза, и узнали мы, что это Иешуа. Мы побежали обратно в Иерусалим, и когда рассказали остальным, он явился к нам вновь.
Он воскрес. Отец, это же богохульство. Почему ты ничего не скажешь? Когда Иешуа вознесся на небо, его последними словами ученикам были следующие: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Слова пророков исполнились. Наш Мессия пришел. Слава тебе и хвала. Итак, идите, научите все народы, погружая их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Благословен грядущий во имя Господа! Уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь.